Всем добрый день. Сегодня встретил нашего известнейшего Пшикана Кесовича Таво вот здесь, за этим столиком таким симпатичным. Что вы здесь делаете, Пшикан Кесович? Здесь моя подруга хорошая торгует разными духами. Помогаю отвлекаться, не торговать. Я понял. Я думал, что вы сами тут торгуете. Нет? Да если я бы такая специальность имел бы, я счастлив был. Так, а как вообще здоровье, настроение в целом? Нормально пока, жить можно и стараюсь поддерживать тонус. Ну, вы работаете, продолжаете бурную деятельность в доме правительства. Да, у президента, не правительства. А, у президента? Да. В данный момент ваша должность? Председатель какая? Экспертного совета главе республики. При главе республики? Да. Очень мощно звучит. Не, ну на самом деле этот институт Путин создал во всех субъектах. Я кроме главе никому не подчиняюсь. Понял. В смысле главе государства? Не, главе, ну, Казбек. А, главе республики. Да, и все. Никто не может мне ни спросить, ни давать задания. Вот он и Леля может иногда. Леля тоже, да? Леля может. Леля все может. Хорошо, удачи вам. Спасибо.